Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и пролетел месяц запрета, осталось всего 3 недельки. Вода стремительно отступает, и осталось меньше метра до летнего уровня. Сегодня на Новокуйбышевском пляже уже нет свободного места, и мы отправились дальше, где поменьше отдыхающих, и в тишине предаемся своему любимому занятию. Место оказалось зацепистым, крючки расходуются довольно быстро, поэтому перевязывать пришлось часто, готовые поводки быстро закончились. Все на этих, да? Ну, да, в основном. На шарнирчиках, на соединилках. Ну, такой сложный монтаж, конечно, очень много всяких соединений, как бы, что не есть вообще хорошо. Но, тем не менее, вот, поводок у меня всегда на маленьком карабинчике. В случае чего, если какой-то зацеп, то кормушка остается, рвется только поводок. Итак, снасточка работает, рыбка поклевывает. Ну, чудесно. Нет, это у нее этот нелистовый окрас. Шершавый, но это мудрый. Да. Вот эта шершавость, это нелистовые изменения. Прекрасная рыба. На засолочку пойдет. Великолепно. Утро дарит нам тепло и хороший клев. Вот у Алексея очередная рыба. И сложный процесс протаскивания кормушки сквозь препятствия. Вот, наконец, кормушка соскочила с преграды, и рыбка приближается. Кто же у нас там? Кто это? Ага, это густера. Ну, ничего так, размерчик вполне себе съедобный. И вот уже солнце скрылось за тучами. Начинается вечерний клев. We'll be right back.
Сорога. Сорожка. Хорошая такая. В две ладони шириной. Не гусёрка, уже хорошо. Да. И вновь поклевка, и вновь вываживание. И вот она, рыба моей мечты. И вновь заброс. Уже их сотня сегодня. Рыба не дает скучать, но и засекаться не спешит. Вот и у Юры что-то забилось на крючке. Так. Нет. Вот она, сумеречная сорога. Крупняк пошел. Эй, я поймал. Ничего себе, вот это да. Вот, рыба. Вот это серьезная рыба-то. Это... монстр. Сумерки ухудшают видимость, но мы к этому готовы. Мы посадим в светлячок, ну, чтобы кончик было видно. А он не слетает при забросе? Так, нет, нормально. Он на защелках так, чтобы было направление видать. Все. Юрий, все для вас. Все для вас. Я закончу школу. Вы готовы? Конечно. Доставайте сорожку крупнее, чем Костя. О, ночная сорога. Ой, нет, густера. Густера ночная. Ну, сейчас лещ подойдет. Да что ж ты, ну. Скользкая такая, да. Простыла, наверное. Какая? Ну, густерочка. Ночь полностью захватила свои права, и мы ждем подхода крупного леща. А пока наша программа прощается с вами. До новых встреч и рыбацкого счастья вам!